Сегодня осматриваем трейлер. Есть у меня заказ на вот такой трейлер посмотреть. Так, что у нас тут? Вот здесь чего-то у нас с полом. Пол у нас прогибается. Да, интересно. Походу половое покрытие здесь снято полностью. Но, с одной стороны, может быть, даже это и хорошо. Плитка, микроволновка. Это все демонтируется. Что мы еще здесь имеем? О, это, бля. Муха, тут все проваливается. Так. Имеет место быть холодильник. Имеет место быть санузел. Ага. Очень хорошо. Так. И здесь у нас, походу, спальное место. Вот. Осталось только сделать замеры этого трейлера в длину и посмотреть, что у нас с полом. Но пол здесь вот такой, то есть пол здесь нужно по-любому переделывать. Пол здесь у нас прямо вот была здесь вот такая вот доска из ДСП, покрытый линолеум, ее сняли. С одной стороны, даже это и хорошо, под те нужды, про которые человек просил трейлер под мобильный фастфуд. Это то, что надо, наверное, будет. Так, вот какой-то здесь вывод. Ну и, соответственно, все эти матрасы, диваны выбрасываются. В общем и целом, в принципе, то, что нужно. Да. Даже есть какие-то документы.